В летний период традиционным местом отдыха для уваровцев является городской пляж. Недавно здесь прошла тщательная подготовка к открытию купального сезона, в которой приняли участие многие городские службы. Проведены мероприятия по очистке дна пляжа спасателями. Обустроено место для купания детей, обозначены границы заплыва, установлены знаки, ограничивающие скорость движения маломерных судов, установлены знаки, разрешающие или запрещающие купание. Установлены гребки, установлена раздевалка, туалет, контейнер для мусора и стенд с извлечением из правил поведения на воде. Органами Роспотребнадзора из реки были взяты пробы воды. Проведенный анализ показал, что она соответствует предъявляемым требованиям. Рекомендуемая для купания температура составляет плюс 18 градусов. Сотрудники ГИМС также обследовали пляж, признав его пригодным к эксплуатации. Сейчас территория выглядит чистой и ухоженной. И у тех, кто ее принимал, просьба к отдыхающим впредь поддерживать порядок. Ни в коем случае нельзя разводить какие-то там костры и так далее. Проезжать на транспорте, значит, вот эти условия должны быть соблюдаться. Подготовленные спасатели, которые будут отвечать за безопасность купающихся, они свои все обязанности знают, они подготовлены здесь, вот уже мы их проверили. Купание в других местах категорически запрещено. В свою очередь напоминают спасатели. Это одна из причин несчастных случаев, которые происходят на воде. Особое внимание необходимо уделять детям. Взрослые должны знать и соблюдать меры безопасности. Ну, чтобы не отпускали родители далеко от тебя в воду, чтобы смотрели. На матрасе запрещено плавать. Матрас может лопнуть. Или круг. Ребенок круг может. Круг перевернется, и ребенок будет тонуть. Прыгание с тарзанок, купание с животными и ныряние в воду в алкогольном опьянении. Нужно помнить, что все это чревато последствиями. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова для рубрики «В рамках закона».